185-граммовый нож Marser K212 создан в интересном дизайне. Он позволяет выполнять широкий круг работ, как тонкого, так и силового характера. Этот тактический фолдер адресован людям, имеющим возможность использовать изделия в outdoor условиях. Клинок изготовлен из ножевой стали 8 хром 14 молибден ванадий. Имеет различную толщину, позволяя его владельцу выполнять множество дополнительных задач. Наружная клинка типа Black Stonewash надежно скрывает неизбежные для работающего ножа царапины, делая их менее заметными. Главной особенностью модели имеются спуски и заточка ножа. На подъеме клинок имеет меньший угол заточки при более высоких спусках. Это позволяет выполнять тонкие работы, требующие внимания и сосредоточения. Режущая кромка имеет более широкий угол заточки, большую выносливость, она отлично справляется с грубыми задачами. Рукоять оранжевого цвета не позволит ножу затеряться в зеленой траве. Материал рукояти классический для марсеров G10. Ее интересная текстура позволяет ножу отлично держаться в руке даже в мокрую погоду или холодное время года. Для управления клинком в рукоять установлен замок Liner Lock, надежно фиксирующий лезвие в рабочем и транспортном положениях. Нож можно порекомендовать всем любителям олдура, для тех, кому нужен флиппер и очень выносливый рабочий нож.